Большую часть новостей можно отнести к фейку, если в основе лежит какая-то полуправда. Причем сегодня буквально несколько символов в соцсетях могут пошатнуть акции мирового гиганта или привести к напряженности между государствами. На это приходится реагировать. В Германии, к примеру, детей будут обучать распознавать фейковые новости. В федеральной земле Мекленбург, Передняя Померания, появился новый предмет, который поможет подросткам ориентироваться в информационном пространстве. Более того, с фейком в Европе пытаются бороться на законодательном уровне. Недавно правительство той же Германии поддержало законопроект о введении штрафов для соцсетей за разжигание ненависти и фейковые новости. Наказание далеко не мягкое. Размер выплат может достигать 50 миллионов евро. Персонально топ-менеджеры тоже заплатят до 5 миллионов. Соцсети против и призывают найти европейское решение проблемы. Что это значит, попытался понять Андрей Лаптенок. Традиционно средства массовой информации оказывали достаточно серьезное влияние на события, происходящие в обществе. Но сегодня любой интернет-пользователь может создать фейковую новость и распространить ее достаточно широко публично. И сделать это просто и изящно. Поэтому и спешат с контрмерами. В Австрии придумали целую платформу, на которой пытаются выявлять подобные факты и таким образом бороться с фейком. Так сказать, юридическое сопровождение. Недавний пример. Австрийский суд обязал Facebook удалить оскорбительные публикации. Иск был подан местной партией зеленых, когда репутация их лидера пострадала от фейковых сообщений. Политика и СМИ на пару обслуживают популизм, доминируют сенсации, настоящие деловые новости не находят отклика в СМИ, особенно в социальных сетях. Бал правит инсценировка. В нашей стране, в Австрии, политическая жизнь – это на 50% инсценировка. Главный объект критики – интернет-гиганты, включая Facebook, Twitter и Google, которые далеко не всегда оперативно удаляют ложные комментарии со своих платформ. На тропу войны с фейком встала не только Австрия. С начала года Франция, Великобритания, США пытаются продумать механизм контроля интернет-новостей. В Германии уже действует одобрен план по введению штрафов на сумму до 53 миллионов долларов против соцсетей, которые не будут удалять фейковые новости после жалоб пользователей. Нельзя отдавать общественное мнение на откуп Facebook или Twitter. Газеты, ТВ и другие издания действуют в соответствии с требованиями законодательства, тогда как соцсети не платят налоги, но пишут все, что хотят. Эксперты единодушны. Использование социальных сетей в политических целях может иметь масштабные последствия. Впрочем, вопрос контроля распространения информации принимает порой радикальные формы. Решение официального Киева о запрете Яндекса, ВКонтакте и Одноклассников в самой Украине встретили неоднозначно. Сочли это непропорциональным решением президента и спецслужб. Ладно, запретите государственным служащим, государственным организациям пользоваться адресом Mail.ru, это логично. Запретите им ВКонтакте, но почему можно запрещать подросткам обмениваться видео, там, фото и слушать музыку, многим осталось непонятно. Впрочем, интернет не остановить, как и подконтрольную поляризацию мнений. Ведь правду или неправду распространяют рядовые члены общества. Любой факт в интернете теперь выглядит одинаково. Что считать фейком? Потому что большинство, вообще 95% отнести можно к фейковым новостям, потому что если в основе лежит какая-то полуправда, какая-то политические интересы или, например, идеология, это тоже фейк. Необходим новый способ определения сведений, заслуживающих доверия. Часто не спасает и репутация источника информации. Авторитетная Ле Фигаро купилась на поддельный твиттер-аккаунт министра культуры Франции. Одна из первых опубликовала ложную информацию о кончине Нобелевского лауреата Светланы Алексеевич. В итоге Алексеевич пришлось лично опровергать слухи о своей смерти. Соцсети больше не являются связующим звеном между друзьями. Facebook не должен заниматься решением проблем беженцев или климатических изменений. А было бы лучше, если он взял ответственность за фейковые новости и сам себя регулировал. Идея надзорных органов, которые должны выявлять несоответствие и требовать исправления информации, скорее всего, будут поддержаны. Но и сами компании уже объявили о некоторых мерах. Facebook пообещал нанять 3000 человек стороннего персонала, которые займутся цензурой фейка внутри сообщества пользователей. Google разрабатывает технологии выявления и даже исправления ложных заявлений. Впрочем, вполне понятные опасения по поводу того, что интернет-гиганты, разрабатывающие и внедряющие такие технологии, право фильтровать информацию пока оставляют за собой. В главном эфире Андрей Лаптенок, Анатолий Долотовский, Вена, Австрия.